Система электронной очереди в детские сады в Забайкальском крае функционирует с 2013 года. По словам специалистов, все данные в ней зашифрованы так, что даже администратор не может видеть фамилии претендентов на путевку в детский сад. При постановке на учет сейчас родитель должен ввести данные, свои паспортные данные и свидетельство о рождении ребенка. И при вот этом вводе проводится проверка. Система подключена к органам ЗАГС, подключена к другим системам, и она проверяет, существует ли такое свидетельство о рождении, зарегистрирован ли человек как гражданин Российской Федерации на территории Российской Федерации. Согласно сегодняшним данным, своей очереди в детский сад ожидает почти 7500 детей. Естественно, к концу 2015 года проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях не решится. Во-первых, в регионе нет лишних садиков, во-вторых, почти каждый день электронная очередь двигается в разных направлениях. Специалисты поясняют, дело все в годниках. В городе, согласно регламенту, каждый родитель имеет право поставить в очередь в 5 детских садов. Предположим, вы поставили своего ребенка в очередь, вы были 50-е. Пришел льготник, поставил своего ребенка в очередь в 5 детских садов. На сколько мест снизилась ваша очередь? Вы уже 55-й. То есть достаточно, чтобы вы передвинулись с 50-го на 70-е место, это достаточно. Математически посчитаем 4 льготника. Вот и получается, что место в детский сад вашему ребенку дает либо система, либо случай. Как повезет. Кстати, за время функционирования системы электронной очереди в сад пошли почти 56 тысяч забайкальских детишек. Анастасия Салтанова, Анна Кулигина, ЗАБ ТВ.